Рыбаки, пора на рыбалку. Слушай, это на плов с гуся. Вот наш повар. Выпить очень вкусно. Эту рюмочку за друзей. И... Ну, друзья, ох ты, с добрым утром. Да, барракудера. Пью-пью-пью, там пусть будет щука. Пью-пью-пью. И крюк-крюк, дайте крюк. Дайте крючок. Подводи крючок, подводи его нам пасть. Взял? Вот это есть! Я снила ее вообще! Два тундряка едут на рыбалку. Перегрелись. Сидим, ждем-с, пока остынет наш квадроцикл. Скорость маленькая, нагрузка большая. Ого-го! А нам ехать еще и ехать, километров 17. Небольшой привал, попить чайку, остановился. Ой, так, опять закипел, опять стою. Пью чай. Приятного аппетита. Свиньям припорошено. Прекрасный утренний рассвет. Дымок. Здесь живет отшельник. Так, ну что, пора ехать проверять рыбку. Единственная радость за весь день. И он, вот она, флажок, друзья. Что-то такое тут прям натянуто так, ёшкин кот. Давайте глянем. Натянуто хорошо. А вот не взяли эту самую. Могли еще и... Крючок не взяли. Что-то такое ощущение, как будто в кушири завело. Знаешь, не хочет идти. Там травы дофига. Как будто, знаешь, сквозь траву ползет. Что там тут такое? Не с желанием. Через раз идет. Так, стану-ка я на вторую коленочку. Вот она радость! Радость небесная. О, сальто, молодец. На голову я еще не видел, чтобы так становилось. Только вымотала. Вымотала. О, а я же думал, сегодня щуки не видать. И она, иди сюда. А она, оказывается, пришла после обеда. Красота, друзья, поздравляем вас. И нас тоже. Кушаем. Проверяем сночного. С ночной охоты второй флажочек. Вроде бы так дотронулся слегка. Вроде бы смотрю, размотка полная. Но пока не дергает. Может, где-нибудь стоит. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Что тут у нас? О, есть. Перчаточки снимаем. Так, дырочку. Давайте бы зимой. Ой, ты, боже мой, ты моя красоточка. Да ты ж моя маленькая. Да где ж ты взялась? Ты что такая голодная, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот такая вот первая щучка. Я вообще офигею. Где щуки-то? Это ж щукарик. Такого щукарика надо отпустить. Пусть растет. Сейчас, подожди, малыш. Я дырочку сделаю у тебя. Говорят, первую вытаскивать не это, отпускать нельзя. А я отпущу. Сейчас помогу тебе, помогу. Мамочку мне приведи или папочку, желательно килограмм за 10. Вот так. Отцепили. Ну все, дорогая, давай бежи. Бай-бай. Ну вот мы поймали с вами щучку.
и выпустили ее на волю. Ну, смотрю, размотала, размотала. Фу, намотала, намотала, намотала. Давайте посмотрим. Идет, идет. Ха-ха. Так. Сейчас мы. Ну вот. Уже хорошенький трофейчик. Вот это уже приятненько. Ту отпустил маленькую, а пришла уже хорошенькая. Да ты ж моя красавица. А говорят, щуки нету, щуки нету. Ловить уметь надо, ловить. Солнечный день, рыбалка начинается. Так. И что-то такое упертое, тяжелое идет. Опа. Опа. Есть. Такая же красотка. Есть такая же красоточка. Двушечка. Отличный день начинается. Рыбалка продолжается. Вперед! Не думал, не гадал. Растаскиваю, рассмотрю, размотка, но не полная. Смотрю, а тут вот такой вот красавчик щукаренок. Ой-ой-ой, он отцепился. А у тебя QR-код есть, чтобы ты сюда вылазил? Нет QR-кода? Ну так извините, дорогой мой, давайте обратно, нечего здесь, сюда только с QR-кодом, давай, с QR-кодом приходи, мамке скажи, пусть QR-код захватит. Ну вот, щемятся сюда без QR-кода, правительство сказало всем с QR-кодом, и щуки в том числе, так что не надо нам ля-ля. Вот так, друзья, ваш покорный слуга застрял в тайге. Два аккумулятора брал с собой, и оба накрылись. Оба не работают, один сел полностью, второй замерз, разогреваю, не знаю, далеке я, очень 40 километров, связи нету. И за четвертый день вообще никто тут даже не проехал, кроме меня. А сейчас и я не проеду. Что делать, не знаю. Пешком идти? Пешком идти прилично, очень прилично. Красота, конечно, здесь. У меня вообще мороз был ночью, аж под тридцатку давил. Ну вот, палатки-то хорошо, бензин есть, печку. Глядишь, кто-нибудь кинется. Меня нету неделю, вторую, третью. Приедут, спасут. Буду с лисами вместе жить. Вот вам и выживание. Эксперимент не удался. Один поехал без Анечки, и вот приключение на приключение. А там течет река, я вам потом покажу ее. Класс, там вообще так. Она парит, настолько прекрасно, замечательно. На утренний рассвет, конечно, надо было. Но я утренний рассвет ходил, щучку ловил. Сейчас печку растопил. Последняя попытка восстановить аккумулятор. Отогреваю его. Может, что получится, а может нет. И стоящий флажок. Опа, ничего себе! Я вам скажу, если честно, это крокодил вообще просто каких свет не видывал. Ну и смотрите. О, а вот это уже точно конкретная болезнь. Ух ты, как я испугался. А вот это уже, смотрите, а, болезнь у чума, у щуки, эпизоотия. Вот это уже очень большая эпизоотия.
заводе вообще страшно. Ни в коем случае не отпускайте такую рыбу обратно. Везите ее домой, вырежете, выкинете вот эту часть. А рыбу использовать можно. Ух, как она тяжело шла. Пятый день одиночества в тайге. Снегоход не работает. Ничего не работает. Только одна пила и топор. Но его чудо, я послал мысль, и ко мне приехали мои друзья спасать мой снегоход, меня и мое одиночество. И вот такой кемпинг с друзьями у меня напротив расстроился. Но позавтракали, а теперь вперед на озеро. Там нас ждут Анечка и все-все-все. Недолго я был в одиночестве. И 5 дней не прошло. Приехала моя богиня канала Вальданна. Анна. И вот она сидит. И я с первой поклевкой. Опа, отлично. Че, как ты говоришь, QR-код есть? Да, есть ли у него QR-код, спроси. Да что-то, блин, не видно. Не, ну этого должен быть, смотри. Нет, этот маленький. Да, пускай, значит, идет. Нету. Пускай сделает прививку. Наверное, друзья, купил себе QR-код. Друзья, короче, рыбачу я на окуня. Малая уралочка снасть называется. Вот она, фосфорная вот такая штука. Ну, я уже раздобыла окуня глаз. И вот такой вот силиконовый червячок. Ну и вперед, ловить окуней. Пока наши жерлицы молчат, мы ловим окуней. Сидим, рыбачим, окуньков таскаем. Клюет, клюет, вон только что 5 минут натаскал. Вот это так. Вот это так. Один из сидельцев тогда кормили, в самом любан. А вот мои. Бежи, дорогой. Ты без QR-кода, тут делать нечего. И крюк, крюк, дайте крюк. Дайте крючок. Идет. Держи крюк. Натяжку. Крюк, быстрей. Что там, совсем? Хватай ее, хватай. А, красавица. Молодец. Yes. Вот это да. Трешечка. Заглотила хорошо. Она ж давно сидела. Да? Ага. Тебя ждала. А, тут Василий катается, флажка не видит. Я, говорит, очки одену. А я флажок и не вижу вообще. Флажок не надо, зачем флажок? Уже возвращаясь с вечерней проверочки. Смотрю. Вот буквально ее полчаса назад поставил. Думаю, хопа, и флажочек стоит. Размотка полная. Так, давайте подготовимся, чтобы на всякий пожарный, кто его знает, что тут сидит. Так, всякое может быть. Всякое может быть. Есть. Ух ты! Нифига себе! Вот это да! Вот она! Красотка! Красотка вечерняя! Вечерняя красоточка! А, ребятушки! Вечерняя красоточка! Как говорится, вышла поохотиться. Отлично! Так, ну ладно, сейчас мы ее... Пушечка такая хорошенькая, а может даже и трешечка, потому что я такую подобную утром ловил. Вот, и она завесила на 3 килограмма. Ну ладно, ладно, ладно. Все отлично, великолепно. Так что супер. Может еще подойдет, значит можно здесь еще побурить. Тут как раз течение выходит. Это хорошо. Говорят, на севере у нас рыбаков нет. Налить, не налить. Рыбаки клюют. И туда, куда следы ведут, там много рыбы. Вот, друзья мои, тут ковыряют окуней за окунями.
Да, нынче налить очень рано пошла. Прямо вообще. Вот, все вытоптано. Вот. И окунечки, красавчики такие. Фух. Один краше другого. Так, где-то тут мой друг Василий пошел за водой к ручью. Ага, уже набрал. Набрал, идет. Ух ты. Ну что, получилось набрать? Я так думаю, что задерживали, да, рыбу. То есть оставали узкий проход, чтобы она туда шла? Возможно, да, и где-то, может быть, паутинку или сеточку, или что-нибудь в этом роде, а может просто... Вода у нас кончилась, берем воду с ручья. Да, это самое нужное дело. Вода там чистая, прозрачная, берег такой красивый-красивый. Да, желтенько. Лимонад. Пивасик. Ну вот, теперь у нас будет вода. Пойдемте с другой стороны посмотрим, как там возле ручья. Ух ты. Снега уже по колено. Лишь бы сюда нигде не рюхнуться. Вон, в принципе, в 10 метрах палатка и течет не застывшая река. Да, была бы удочка, можно было бы на удочке покидать. Фух. Или спиннинг по незакрытой воде. Я думаю, что, конечно, можно было бы зацепиться. Вот такая красота. Здесь мы берем воду для пропитания. Река вытекает с нашего озера. Ну, скоро она тоже замерзнет, когда морозы хорошие будут. А может и не замерзнет. Все зависит от того, какое у нее течение. Ну вот. Пойдемте обратно возвращаться к нашим палаткам. К нашим бунгало. Рыба сегодня хорошо клевала. Но окунь с сорогой в основном. Щука сегодня нас не баловала. Такие вот буреломы. По ним нужно пролезть. Пройти. О! Дымок идет. Значит, жизнь течет. Здесь наш лагерь. Отдыхаю уже я сегодня 7-й день. На природе. И, друзья мои, 4-й. А нет, 3-й. Они третий. Ух. Валежника здесь очень много. Так что дров мы заготовили. Собирались, под сугробов выковырили. Вот. Наша техника. Моя пока поломанная. Неизвестно, что с ней и как ее починить. Пойдемте отдыхать в палатку. Там уже натоплено. Раскладушечка. Одна. Вторая. Вот пальцы зря вниз держишь. Надо вот так держать. Вот этим вот местом. Ты поджал и все. И ты тогда если даже это хочешь, ничего не изменит. Приготовление щепы на ночь. Для растопки печи. Щепа нужна. Вставать каждый час и подкидывать дрова. Готовим ужинать. Вот, поэтому как бы... Да, есть. А что это будет за ужин? Это Василий какой-то плов будет делать. А, плов? Я вообще с индюком, тем более. Ну что, у нас наступает ужин. И мы его кушаем. Это плов с гуся.
Вот наш повар. Сегодня Василий. Василий повар. Оренбург сегодня рулит. Да, угощает. Максим. Завтра Максим жадно глотает. Будет есть. Леха. Ой, готовит. Василий. Василий. Анна Николаевна. Вальданна. Ну и я, собственно, ваш слуга. Я хочу выпить очень вкусно эту рюмочку за друзей. Благодаря вам мы здесь. И благодаря нам вы отсюда уедете. Вот вы на крючке у нас, Дикус. Ну что ж, на этой прекрасной... Даже не так. Благодаря вам мы сюда приехали, а благодаря нам вы отсюда уедете. Точно, так и есть. Как говорится, мир не без добрых людей, да? Кажется, что-то здесь сработало. Что-то я так чищу и понимаю, что здесь сидит кто-то. И сидит очень прилично. Надо дырку раздалбливать. Не лезет голова в лунку. Сейчас что-то я реально голова какая-то ты ну такая хорошая. Хорошая троечка! Хо-хо-хо! Вот это! Ух ты! Ну, друзья! Ух ты! С добрым утром! Говорит щучка. Весом на 3 килограмма. Красавица! Красавица! Всем привет! Утро начинается! Рыбалка, погнали! Мороз трескучий! 30 градусов, наверное. Ох ты! Жа! Ес! Вперед! Ну, это с QR-кодом пришла, 100 пудов. Ей можно. Хорошую я дырочку нашел. Удачная лунка. Это уже 3-я на этой лунке. Все молчат, а здесь ловится. Надо обуривать здесь все. Вчера ко мне друг приезжал. Я его отжал, у него такие перчатки. Ну, конечно, купил, но внутри мех, вообще такой обалденный мех, ну, назовем его мехом, очень тепло. Так, ну что, разгребаем, можно, по крайней мере, ковыряться, то во флисовых перчатках лунка 2, и все, они коржом становятся. Так, луночки, сейчас посмотрим. Что-то есть, должно быть что-то быть. Не может быть. Все, конечно, зависит еще от того, какого времени она тут сидит. Так. Но, судя по всему, пешня нужна. Ночь была морозная. О, да, подстыли. Несмотря на то, что я их засыпал снегом, все... Так... Не уходи, дорогая. Так, чистим. И смотрим, что чем утренний нептун нас порадовал. Получится ли накормить семью? Или только пустыми размотками? Давайте. Есть что-то. И причем такое тяжеленькое. Сейчас мы ее выудим. Вот она, красавка. Вот такая красоточка. Дын-дын-дын. Ну, это хорошенькая такая.
Двушечка. Да-да-да-да-да. Да-да-да, попалась. Ну вот, по крайней мере, семья будет с едой. Все, ребятки, пальчик вверх. Рыбалка начинается. А у нас еще куча проверок. Наша стоянка рыбаков, туристов. Отдых. Отдых. Незаменимая вещь, когда весь город закрытый, никуда не пойдешь, а здесь свобода. Куда хочешь, туда идешь. Хочешь к одной лунке, хочешь к другой лунке. Там подергал. И настроение улучшается. И так, глядишь, день заканчивается. Идет приготовление вечернего ужина. Ужин у нас будет с индюка. Петушок, да? Нет, пусть будет, это индюк будет. Нет, индюк, чего же люди не видят индюка? Что-то петух синий какой-то, совсем замерзная. Что будет, бульончик, супчик? Это сейчас сварим бульончик, а на этом бульончике... На бульоне сделаем пельмени с вами. Отлично. А кусочки эти мяса будем кушать. Вот. А там идет у нас приготовление вечернего фаер-шоу. Индюшонок варится. Индюшонок варится. Сейчас будет скоро бульон. И вот уже снимается первая проба Василия. Сказали, что готов, а я что-то очкую. И как? Бля! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Точно не сварился еще. Так, сейчас принимает Максим. А, Максим, Максим, короче, дает сначала пробу Василию. Василий, ну-ка, если все пойдет, то все тип-топ. Не сварился. Так за 10 минут, за 10 минут посвариться, свариться-то не может. Нет, конечно. Но голод не тетка. Нет еще. Голод не тетка, поэтому... Я объектив не запотел? Не, все типа... Ты только не говоришь, что индюк, блядь. Сейчас идут приготовления домашних пельмешек. Обратите внимание, как ребята жадно кушают гуся. Уже гусь стал. Думал, тебе скажу, что... Ты определись, это гусь, индюк или петушок. А вот зрители сами определяют, кто это. Это петухок. Ну, до индюка дело не дошло. Так пока он сварился, он уже в гуся превратился. Пока ты поднимаешь свою камеру, и ты... Понеслась первое приготовление и первое угощение пельменями. А вторая уже партия пошла. Ах, какая красота. Зауберет. Зауберет. Звук. Куда зауберет он? Звук. Убрать звук там есть. Вкусняшка. Вкусняшка будет сейчас. С русской ложкой. Пельмени. Лех, ну извини, тебе 4. За 2000 километров. Ляпота. Вкуснее. Вкуснее всего, что может быть. Ну вот и наступило утро 8-го дня. Мы собираемся домой. Все скарбы, все палатки, все поскладывали. Сейчас будет у нас легкий завтрак, пельмешки. И быстренько складываю палатку. И вперед, айда, айда, едем домой. Восьмидневная рыбалка и отдых в тайге заканчивается. Но еще дорога очень дальняя, 40 километров на снегоходах. Так что вот это все на двух снежиках мы сейчас повезем вперед по дороге. Еще оставалось у нас полпитера. Завтрак у нас сейчас пельмешки готовятся. Пельмешки в прикуску с колбасой. Вот такие вот. Закидываем. Домой, чтобы не нести пельмени. Василий сделал вручную дома. Все? Из лосятины, крольчатины и прочих всяких мясных продуктов. Сани собраны,
Осталось только кухню собрать. Сейчас домываем посуду, ложки, вилки, тарелки. И едем. Хлебушек лисам положили, зайчикам, белочкам, птичкам. И... Помочь? Вот такая огромнейшая. То есть моя волокуша, я думал, это уже здоровая такая большая. И вот посмотрите, по сравнению с моей волокушей, это волокушище. Конечно, я еще, наверное, не видел более крупных, но это вообще. Да, и вот сейчас вот таким длинным самокатом тык-тык-тык-тык-тык-тык, мы поедем домой. Наконец-таки едем домой. Они нас догоняют. И на вагончике таком, паровозике. Чух-ч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 ух. Поедем дорогой. 40 километров. Наше путешествие длится. Продолжается. Продолжается путешествие. Вон там где-то вдалеке наши друзья подотстали. Но снега, я скажу, что выпало очень прилично. Особенно там на болотах. Переметено, то есть уже по колено снега есть, то бишь уже красиво. Еще немного, еще километров 12, и мы будем дома, ну точнее возле машин. Красиво, пароход идет наш, прям плывет, веса здесь очень прилично. Ура, доехали, до базы доехали, до места погрузки автомобиля. Ура, ура, ура. Сейчас загружаемся. Разгружаем наш скарб. Вот, отменно. 40 километров проехали. Таким паровозиком. Сейчас все, грузимся. И двигаюсь домой. На этом, можно сказать, экспедиция заканчивается. На этом могу сказать, что отдых удался. 8 дней путешествовали, немножко половили, много куньков, ну как много, лучше, чем вчера и позавчера. Вот, немного щучек. Главное, это был отдых в палатке, в тайге. Морозы были сильные и плюсовая. Сейчас в данный момент, наверное, 0-2, то есть, а было минус 27 в тайге. То есть вот 8 дней они закончились прекрасно. Сейчас там все разгружать, погружать теперь и направляться домой к своим девчонкам.